Исключение в Java — это объект, экземпляр какого-то класса. Все классы исключений наследуются от Java Length Throwable, который, в свою очередь, наследуется от Object. Ключевое свойство экземпляров Throwable и его подклассов — возможность быть брошенными. Бросание выглядит следующим образом. Ключевое слово throw и за ним любое выражение типа throwable. Обычно здесь просто создается экземпляр нового исключения. Важный момент. StackTrace, который мы увидим в консоли при печати такого исключения, определяется тем, где был создан экземпляр исключения, а не тем, откуда оно было выброшено. У класса исключения традиционно есть конструктор, принимающий строку сообщения. Это сообщение, поясняющее проблему, будет напечатано вместе со StackTrace. В классе Throwable объявлены различные методы. Перечислю некоторые из них. GetMessage возвращает текстовую строку с описанием проблемы. Это та самая строка, которую можно было передать в конструктор. Ее задача — упростить диагностику проблемы, объяснить пользователю, что именно произошло. Хорошая идея — не просто написать «все сломалось», а включить подробности, например, текущее состояние объекта и параметры метода, где все произошло. В случае с калькулятором, к которому пришла некорректная строка с выражением, можно добавить сюда часть выражения, с которой возникли проблемы при разборе. Print StackTrace печатает StackTrace в стандартный поток ошибок. Но если вы пишете обработчик исключения, который только и делает, что печатает StackTrace и завершает программу, то такой обработчик можно вообще не писать, так как именно это JVM сделает и сама, если исключение, не найдя обработчика, вылетит из метода main. GetStackTrace возвращает StackTrace, то же, что печатается в консоли, в виде массива Java объектов, StackTraceElement, каждый из которых содержит имя класса, имя метода, имя файла и номер строки. То есть StackTrace можно получить и проанализировать, хотя потребность такая возникает редко. Дальше есть метод getCause. Он возвращает другое исключение, явившееся причиной данного. Или null, если данное исключение является первичным, а не вызвано каким-то другим. Если дойдет дело до печати сообщения в консоль, то будет распечатана вся цепочка исключений. Cause, как и message, может быть задан при создании экземпляра исключения. Там есть соответствующий перегруженный конструктор. И еще есть getSuppressed. Этот метод возвращает одно или более исключений, которые мы заглушили в процессе обработки основного исключения. Поясню на примере. Представим, что мы читаем из файла, и вдруг случилась ошибка ввода-вывода, вылетело исключение. Мы начали ее обрабатывать, попытались закрыть файл, но тут бац, случилось еще одно исключение, потому что файл совсем плох и даже закрыть его не получается. Итого у нас на руках два исключения. Что с ними делать, как их обрабатывать? Существует такое соображение, что первое исключение обычно более важно. Именно оно описывает первопричину проблемы, а все остальное, что случилось потом, с высокой степенью вероятности, это последствия, наведенка. Поэтому первое исключение точно терять не следует. С другой стороны, последующие исключения могли быть совсем про другое и не связаны с первым. Поэтому совсем игнорировать их тоже не следует. Именно для этого существует массив suppressed исключений. Одно исключение выбирается в качестве главного, а остальные под него подвешиваются. И все это в таком виде бросается. Далее это попадает к вызывающему коду, и он пусть разбирается, что с этим делать. Ну а если дело дойдет до печати ошибки в консоль, то suppressed исключения тоже будут распечатаны.